Всем привет! Я пригласил своих двух друзей, Мишу Литвина и Славу Бустера, пройти испытание, о котором они не знали. Че, брат, что сегодня будет? Миша. Саня. Очень приятно. Миша. Да, так, оператор обычно. Где-то видел тебя. Ну, невероятно. Почему-то понял, вижу какие-то отрицательные эмоции. Те, кто периодически меня смотрит, знают то, что Саня, Продеевич и Леша Кореш проходили подобное. Они добирались из леса до центра Москвы. Но сейчас мы находимся в Дубае, испытание будет немного другим. Нужно будет из пустыни добраться до Бурдж-Халифы. Они абсолютно ничего не знают, никаких подробностей, где они будут сниматься и что будет за ролик. До определенного момента. Их должны доставить на двух разных машинах в одну точку, в пустыню, завести как можно глубже, а ехать они будут в полной темноте, а также ничего не будут слышать. Тот, кто делает это первым, получает 50 тысяч рублей, а тот, кто приедет вторым, получит суровое наказание. Самое главное в этом испытании — это правила, о которых я сейчас расскажу. Правило номер один — они не могут пользоваться своим телефоном, а также телефоном своего оператора. Да, брат, если мне удобно, я в них как в кроссовках. Что, бегать надо будет? Я понять не могу. Все знают, что будет происходить, кроме тебя и Славы. Можешь расслабиться, но ничего. Прям... Как тебе идея вообще самому? Охуительно. Если по межпланетарным меркам смотреть. Межпланетарная. Нихуя себе. Скоробеев, змей, вот этой всякой хуйни. Вообще идеально. Ну тогда день удался. Если эта хуйня есть, отрицательная. Не факт. Не факт. Да, не факт. Правило номер два. Они не могут использовать какие-либо свои связи. Звонить кому-то, чтобы тот приехал, забрал, помог и так далее. Если их кто-то случайным образом в Дубае узнает, то они не имеют права воспользоваться помощью подписчиков. Они могут использовать только те вещи, которые я положил им в рюкзак. Да, очень интересно, что будет ролик, пиздец. Ох, блядь. Хоть бы тёлки какие-нибудь красивые были. Ролик будет, кто выебет больше тёлок. Типа, и в тапках. Мы просто ездим по всем стрепухам, блядь, и там надо собирать тёлок. Охуенно. Дайте мне пару гандонов, типа. Ну, их хватит, в принципе, на тёлок 15, нахуй. У тебя будет два. Квартира очень хорошая. Блядь! Ты вообще снимаешь? Здорово. Какое настроение? Здорово, хуёво, как всегда. Ну, пока сидите тут вдвоём, я пойду пацанам объясню кое-какие нюансы. Тё! Офигенных условий. Ёп твою мать. Едут они в одну точку, но будут на большом расстоянии друг от друга. Также есть некие ограничения по маршруту. До реки, которая находится в центре Дубая, они могут перемещаться как хотят. На машине, как угодно. Но после нее они могут двигаться только на ногах, либо на общественном транспорте, либо используя какие-то велосипеды, самокаты и так далее. То есть не могут ехать на такси или машине. Они могут использовать только те деньги, которые я дал им в рюкзак. То есть они из своего кошелька не могут оплатить что-то. Мы видим их прямо в пустыне, в самом вглубь. Да, вглубь. Не по прямой, это самое главное. Не просто хуярить, чтобы он не развернулся и пошел обратно. А типа вот, ну, всякими, блядь, вот такой залупой покрути и поприкалывайся, блядь. Может, его... он сейчас еще в тапках пожалеет, пиздец, там горячо, блядь. Все это время они в блокауте. То есть они не слышат. Снимаете с них и сходу даете им... Вот у него есть... Поебал. Вы даете ему видос, где там трехминутное пояснение, что происходит. Так, мужики, я вам выдаю экипировку. Не смотрите пока что там. Это твой рюкзак. Не я, смотрите. Блядь, а что у него, блядь, шерстяная такая пиздатая? У меня какая-то... В рюкзаке я положил им все самое необходимое. Питье, еду, там яблочко, протеиновые батончики. А также 1000 русских рублей и сколько-то там 5 монет, 5 дирхам. Это очень мало, я не знаю, что они будут с этим делать, тем более с рублями, но надеюсь, они найдут этому применение. А Миша садится в Range Rover, Слава садится в Мерс. Все сходится, ебать. Но! Пусть Миша садится в Мерс и сжигает нахуй его. Перед этим мне надо будет лишить вас зрения и звук. Блять. Сейчас просто заточкой нахуй в зрачок сразу, блять. Лежать, сука. Мне, в принципе, можно не зря, за глаза я могу просто очки снять. Ребята, вы где, блять? Я могу твои просто надеть, нахуй. Давай. Попробуй одень его. Бустер! Полковник Бустер! Ебать, вы вообще маленький, нахуй. Ты как слизень выглядишь. А на сколько я буду без зрения? Так в итоге, так, ну, где правда? Я на дохуя, да, короче, прощаюсь вообще со зрением, бля. Сейчас просто в тюрьме отбиваюсь. Еще и со слухом. Сейчас тебе наденут наушники. Это пиздец. Слав, я думал, типа, ты можешь повязку на ухо? Неудобно будет очень. Блять, ему ты дал маску для сна, мне нахуй ты бы еще... Такое ощущение, сука, цепь натянул бы, блядь, на глаза. Сейчас пустыню отвезут, тут палочки две нахуй, чтобы мы костер разжигали, ебать, понял? Кто больше выживет? Подтяни посильнее так. Миша уже нарушает правила. Не, ну может не начать. Исключен. Сейчас Миша не Apple, а мне просто бананы ебаные, блядь. Ты выглядишь как какой-то супергерой из Marvel.
победитель всех победителей. Кто выиграет сегодня? Блин. Надеюсь, не ты. Я потому что думаю, что Миша, типа, ну... Из-за Миши, да. Просто поставлю на Славу, как знаешь, на него больше кэф. Типа, если залетит, то я такой, да, да. Ты на кого ставишь? У меня денег нет. Ну, надеюсь, что Слава победит. Он видел у меня этот ролик с леса, но по факту это никакого преимущества не дает вообще. Окей, alright, just fine. Миша там уже битки продает, просто вслепую. Блять, а у меня, сука, подписки ебучей нету, пацаны. 23 именно я только начал. 21, 22, что универ, мары, куртку я запачкал. Голос по радио, мой чё за тачка. Улетел, как только купил дом. Все, ведите их. Чё это за хуйня, долбоёбы? Вы меня хотели хуй ему ударить? Чё это такое, блядь? Дорогу разбить. Да, блядь, пикните, мудаки, блядь. Мне тут нет входа. Ребят в полной темноте и без звука сажают в машину. Везут неизвестно куда. Они не знают, откуда они будут начинать. Не знают, где они будут находиться. Наши водители и операторы должны по команде вывести их из машины. И далее им дается 20 минут на то, чтобы их довести как можно глубже в пустыню. Далее, как 20 минут кончаются, им дают телефон с заранее записанным мною видео с объяснением, чего будет происходить и со всеми остальными правилами. То есть до этого момента человек не знает, что будет с ним происходить и в каком ролике он вообще принимает участие. Бля, очково где-то очутиться в какой-то локации ебанутой. Не светит больше, бля... Стукните, если можно петь вообще. Надо почувствовать, куда мы едем. Я сейчас чувствую, что мы едем в сторону Бурдж-Халифы. Вижу светофор, вижу пробку. Небольшую пробку. Вижу, перед нами стоит, знаете, какая машина? Я прям сейчас назову цвет. Кстати, такой серенький цвет, знаете, такой серенький. Что, удивились? Вот так нахуй. Не светит больше наши фонари. Да блядь, чё? Да где телефон, блядь? Алло, я телефон проебал. Там нет, там очки. Блядь, а где очки? Где очки? А, фух, блядь. Просто дайте мне в руку. Вы чё за хуйня, мужики? Как так, блядь, где? А, в кармане. Просто под жопой провалил. Всё, все ловить. Да блядь, кто так ездит, как долбоёб? Все кочки собирать. Газой вот так вот и тормози, типа резко, понял? Да ёбаный рот, ну хватит, блядь, и картошку везёшь, аху. У меня есть ещё подогрев сиденья на троечку. Да ладно. Да, я включил. Моё, блядь. Он именно без жопы приедет. Он, скорее всего, жопой приедет в пустыне, где, Друзья, хотел похвастаться, у меня наконец-то вышла новая коллекция мерча. Вот так она выглядит. Обязательно, если вас это заинтересовало, переходите по ссылке в описании, приобретайте, те, кто хочет, никого не заставляя, а также некоторые посылки в Москве я привезу вам лично. Рандомным образом мы выберем, в основном самые первые я привезу посылки вам. Не забывайте, что есть такое понятие, как предзаказ, есть некоторое время на производство. Летим нахуй. На спидометре сейчас примерно, ну, блядь, я так думаю, 71. Я так один раз в кентуру закрыл глаза, закрыл уши. Мы сейчас с ним уже не дружим, но увезли вообще в другой город, в Сочи. Поставили на мосту и запустили нахуй с этой старозанки, блядь. Спорим, я сейчас могу с тобой пообщаться, даже не слыша о том, что ты мне вообще говоришь. Давай. Загадай любую цифру от 1 до 10. Вслух скажи, просто похуй. 7. 7. Блядь. Стукни меня, если это правда. Вот и все. Ты можешь загадать еще, загадай любую другую, скажи ее. 3. 3. Это все просто. От 1 до 10 загадай еще раз, и я угадаю. 1. Да, это 1. Да, дружище, вот так нахуй. Может, у тебя музыка, блядь, угадал? Закончилась, да? Да. От 1 до 2 загадай. 2. 2. Да ну нахуй, блядь. Кто первый приедет? Слушай, я в Мишане не сомневаюсь. Мы едем или нет, не бля, какой мудак мне подогрев жопы на максимум врубил, нахуй. Я думаю, что у меня очко горит, нахуй. Я весь хуй запрел уже. Ты кто, блядь? Ты заебал. Включи этот, выруби. Выключил уже? Вот, выруби. Да? Вот так делай сюда. Да пиздишь. Я ему еще печку въебу. Бухой без вина, и это твоя вина, моя капи сейчас я. Бухой без члена. Да, блядь, до сих пор очко горит. Да сядь сюда, хуй ты ебаный, ну-ка. Не в этом горячем.
О! Че? Че? Я как докоснулся до уха и стал сам себя слышать. Слав, слышишь? Смотри, как похитители заебались, если бы он с ними был. О! Все, нормально. Да бля, хуль так очко-то горит, ебаная! Проложи свою руку нахуй! Я сейчас горю нахуй, у меня вся жопа потная! Выключи, да, жопу ты выключи. Жопу и холод включи. Сейчас скажешь, блять, холодно, включите жопу. Дети обсуждают то, кого выебал, мои пацаны. Что за мокрая хуйня, долбоёбы, блядь? Что надо делать, уёбки, блядь? Да ты мудак, чё? Ты, сука, кто ты? Чепух, ёбаный. Хорош лить на меня, блядь. Костик, сука, гондон. Чё вытворяешь, нахуй? Твоя ж кудишечка. Чё это за хуйня была, блядь? Какая-то хуйня прилетела мне в нос, нахуй, просто сейчас. Пацаны, вы чё делаете, нахуй, пацаны? Пацаны, вы чё делаете, нахуй? Тормозите эту хуйню сделать. Чё за шашки пошли, блядь? Да ну нахуй, пацаны, нахуй. Нахуй, да ну, блядь. Дайте хоть тогда я сяду за руль, нахуй. Ебать, ебать. Ну уже чё нахуй, блядь, по саранам этим ебашим, нахуй, блядь, пустынным. Ай, блядь, въебал, сука. Всё, я шаглот вода, надо, блядь, ориентироваться в пространство. Мне интересно, Слава догадывается или нет, но Миша навряд ли будет, что он, наверное, не смотрел ролик. Не смотрел, мне кажется. Крышечку, дай ему в крышечку. Дай в крышечку. А то последние шкунишки во рту кого-то насрали. Или подожди. Что он делает? Но здесь попутку хуй поймать. Это оживленная трасса. Трейлер. Кстати, кольца отъезжать как-то. Ну-ка, нам нужно крутиться, чтобы он заметил. Да пиздец, не пиздешь, не может быть такого. Я понял, демо. Да хорош, ебать! Ну, это причем вероятность очень большая, что... Секс! 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 Блин. Секс! Я так еще говорю, как будто вы ебать не в курсе. Сука. Давай. Расскажи, где я не... Мы приехали! По крышам зависаю я. О! Ебать! Ебать, стрёмная хуйня! Пацаны, чё за хуйня? Ебать! Надеюсь, вы это снимаете, пиздец. Я вам говорю, полетит по интернету. Пизда нахуй. Такая, блядь, такая вкусная была, сука. Дайте еще. Хули я кроссы не одел, тупой, сука, еблан. Три раза предлагали, три раза. Как спросить, где? Побил. Ну так. Давай первую букву. Г. Еще раз. Такой буквы нет. С? Да, да. О! Да! А? Да! Т? Да! 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 Где? Кто где? Где я? Что? 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 Что ты суёшь, блядь? Где мы, да? Да? Где я? Да. Что это за хуй, что ли? Что? Да! Не хочет общаться. Я заебался что-то угадывать. Она пожала в гости. Да ты мой лой. Твою мана! Как? Сука. Заебали, выпусти меня уже, нахуй. Да ты хуй что с вонючей, блядь? Да бля, да хватит издеваться, честно. Я иду парню. Да что? Я весь мокрый, у меня сытие, блядь. Что смысл ролика? Твари, блядь, змея нахуй, что ли? Выходите, да? Да, не выходит никто. Опа. Извиняюсь.
Куда мы идем? Я, блядь, не понимаю, вы что, пацаны, делаете такое? Ебать, я понял, нахуй! Я понял, что мы делать будем! Вы сейчас ебетесь, да, нахуй, на тачках, блядь? И нам нужно... ебать, нам нужно будет выбраться из пустыни, охуеть, охуеть! Типа не пустыня, нам просто нужно будет добраться до какой-нибудь точки. Информация в рюкзаке у меня. Бля. Ебать, что это было, нахуй? Ну что, блядь, верблюдов ебался? Ай, бля, ебаный в рот. Ебать, пацаны, сейчас, мы идем, ебать, уже километра два, блядь, по-моему, нет? Ой, ой, ебать, ой, а, нахуй, вы что, блядь? Что за мины, нахуй? А, блядь, ай, бля, ебать, вы что делаете, нахуй? Ай, бля, ебать, нахуй, ты что, нахуй? Стойте, нахуй. Ай, блядь, это что за хуйня, нахуй? Ну все, Мишан, пизда, извини, брат. Сань, ты? Да, Сань, не хочу. Кто такой, иди нахуй. Да что за хуйня, это зыбучие пески, блядь. Что за хуйло какой-то? Да, блядь, уйди нахуй. А можешь просто от него отойти? Пусть он сам идет. Оставь его. Вы что, мудаки? Оставь. Блять! Да мудаки, блять, что за хуйня? Я какой-то стал, блять, жертвой гнобения в Дубае, блять. Блять. Почувствовал. Стой, я не готов дальше идти никуда. Что за хуйня? Что за хуйня, блядь? Ебать! Ебать, он вцепился. Ебаный павлин, блядь, какой-то нам. Стой, нахуй, я не готов дальше. Стоп, игра, нахуй. Уберите, блядь. Убери эту хуйню, по-братски. Я же говорил, без всякой хуйни это ебаное живое. Если варианты, вот эти кусты ебаные, обходите, по-братски. Пацаны, блядь. Что за хуйня тут творится? Я вообще понять не могу, нахуй. Я должен, блядь, познакомиться. Это что за хуйня, объясните? Я, блядь, понять не могу, что по кругу меня водите, нахуй, или что? Хотя бы, блядь, сказали бы, я бы нахуй Степан, блядь, включил, хоть бабок бы заработал, ебаный в рот. Ой, ебать, нахуй, пацаны! Это вы охуевшие. Бля. Большая проверка связи, понял? Осваивать по территории. Нихуя себе! Реально? Подавай признаки жизни. Я тебя вырубил! Блядь! Тебя убил! Нормально? Резко его спускай. Что за хуйня, блядь? Тёпленькая же вообще. Да что за хуйня? Да, блядь, если что уже. Хуесос XL, ёбаный. Если что, я уже понял, что вы в пустыне, блядь. Явно не в бассейне со сгущенкой, блядь. Он туда подтыкал. Прогулка, блядь. Да не хочу я так делать. Да, блядь, вы там сейчас такую хуйню положите, уебаный, блядь. Блядь, какой ебаный. Я буйной, нахуй, когда слепой. Да что? Ублюдки ебаные, блядь. Хуесосы ебаные, блядь. Лучше отходи, нахуй. Уебу реально, нахуй. Ну сколько ждать, блядь? За что, блядь? Да заеб... Ух ты, блядь, иди нахуй. Бля, чуть не погиб, нахуй! Бля, мудак, ёбан! И что? Опа. Опа. Ебать, нахуй! Ебать, это вот эти блядские кусты были? Ты уже по опыту?
Слав, ты в пустыне. Я понял, блядь. Ваша задача первым добраться до меня и дать мне 5. Я в данный момент времени нахожусь в центре города Дубай возле Бурдж-Халифа. Дорогие друзья, мы безумно старались все сделать так, чтобы этот видос получился без всяких изъянов. Я надеюсь, что этот ролик заслуживает вашего лайка и подписки, поэтому если не трудно, чик, и подписаться на канал, буду очень признателен. Также проигравшие получат достаточно интересное испытание, какие-то недочеты, может, если нас отключились. Ебать нахуй, ебучие кроссовки надо было одевать, сучара, блядь. Да не, ну у Славика без шансов, брат. Все, держи, побежали, у меня есть план. Ебать, я в пустыне. Как в фильме, блядь. Так уверен, что вообще можно выбраться? Это мы вот с этой дороги шли? По ощущениям, как будто год хуячил, блядь. Пустыня изматывает. Погнали в кальян. Пустынная коляшка, это мираж, понял? Точно, есть же мираж. А есть инферный, даст два. По-любому, это часть квеста. Думаешь, там кто-то есть? Уверен. Илья Иксайл, и ролик заканчивается, ты его нашел. Вода. А, это туалет. Это туалет? Реально, это толчок. Да. А мы это прям реальная пустыня или просто декоративная? Илюха для своего ролика создал. Хорошо, блядь. Я боюсь, ребята за мной не успеют. Лучше, блядь, по песку бежать, это пиздец. Это только такие атлеты, как я, могут. Сами понимаете. Похуй. Ебать, Славик охуеет от жизни. Я человек простой, взял кросс нахуй, побежал. Охуеть. Охуеть. Я добрался хотя бы. Буквально пару дней назад Илюха спрашивает меня, не против ли я поучаствовать в ролике, поснимать, будет пиздатый видос. Илюха, это пиздец. Спасибо тебе за участие в ролике, я нахуй бегу. Сейчас, блядь, и проверим мои навыки английского, сука. Ты мне вообще не можешь помогать? Не могу. Я нахуй не могу помогать. Да ебать, Миша, в порядке, нахуй. Не зря бегал, блядь, на кайт-бич. Не зря кроссовки топтал свои. Давай, давай, Витя, хуйню не неси, нахуй. Только начали с улыбочкой, самое главное. Все хорошо, наслаждаемся. Ебать, там гелик охуенный. Как пикапчик. Ай, блядь, хоть бы не русские были. Уже русские сразу узнают. Hi, bro. What nationality are you? Poland. Bro, you... Can you help me? I need to go to the Burj Khalifa. Yes, I have a challenge. Yes, and a competition with my friends. And we, in middle desert, we need to go to the Burj Khalifa. Who is first? Can you help me? I can give you all my money because I don't know how much money I have. Where is your friend now? What? Where is your friend now? I don't know. Another desert. Okay, we will finish the photo shoot and we can drop off. How much money? Wait, how much time, bro? 1 hour. 1 hour? This is not good. Okay. Can you help me and get to the road? Just road. Yes? Now? Thank you so much. Can I sit? Yeah. Thank you so cool, much. Bro. Опыт, нахуй, пацаны, опыт. Да Бурдж Халифа не довезет сейчас, но он мог через час довезти, но ничего, зато довезет до дороги. Надо посмотреть, что это припас для меня. Так, это нахуй сразу. Это что? Банан и... О, давать хочется. Я сожру прям. Хуесос. Все. Там одна монетка, блядь. О, второй. Ебан, знаешь, что я глютен не ем, тварь. Глютен бы взял? Угу. Вот здесь ты круг давал, да? Да, блин. Это же Миша на машине, нет? Пойди, в какой машине ехал? Вы слышишь, в одной машине ехал. Да. Он еще лил на тебя, ты помнишь? Вот. Он был? Да. Так что можешь предъявить ему, когда встретишь. Ловить. Hello, guys. Excuse me, can you help? Where are we? What is this location? Аравайя. Попроси подвезти. Can you help me, please? Ага. We're recording video on YouTube. And I have challenge. I need to go to Burj Khalifa without money. Only with my communication. Yes. You want Burj Khalifa? Yeah. Сань, карта. Give me phone. I need to show picture. Мы сейчас выиграем изи. Просто договаривайся, коммуникацию проводи максимально. Это будет самый быстрый ролик в моей жизни. Да. Главное, чтобы не уебался. Сейчас я решу вопрос. Я умею сосать. Well, see my car full. Багзайс, see my car full. Yeah. No, I want help. That's my car full. Okay. But you can wait now because we need to finish the recording. Okay, no problem, bro. I do it myself, no problem. No problem, sorry. Нас нахуй выгнали. Ну не выгнали, сказали, нам надо доснять, а у нас времени нету ждать. Thank you so much, bro. Пойдем, брат, пойдем, нету времени. Он согласился, но его кенты начали выебываться, короче, сказали то, что им надо доснять какую-то хуйню. I'm sorry, bro. Maybe you can help me. I have a challenge where I need to go, where I need to get to the Burj Khalifa. This is competition with my friend. And I'm started
from middle desert, and I need to get to the Burj Khalifa, and my friend to in another desert, and I need to be first. I don't know too much English. I need to get to the Burj Khalifa. I need to go to the Burj Khalifa. Ah, я выясню меня. Understood? This is competition with my friends. Okay. This is person like I am started from desert to the Burj Khalifa. Understood? I don't know English. Okay, you want any people go with you? No. Only I and my cameraman. You have car? No, I don't have car. Ah, that's the point. I think that you can help me. Okay, go with my friend. Really? Yes. Really? Let's go. Иди, Витюня. Иди быстрее, брат. Сейчас передумают, пиздец. Ну, только мабутыны, а. Аркаман. Аркаман? Охуеть. Yes. Мы просто доедем, нам надо выиграть там кого-то еще. Просто выиграем и все. Бустер просто, чтобы прикурил нас. Мне кажется, бустер до сих пор по пустыне ковыляет. Отвечаю. We record a video on YouTube, and we have challenge. Can I ask you to bring me in Dubai, please, from this sand? Another video? Yeah. I don't have money. It's a challenge, you know, YouTube challenge. A challenge. Yes. Game. Yeah. Game. Yeah, like game. Забей, спасибо. Хо-хо-хо. Короче, что пока думаешь? Хуйня, блядь. Почему? Ёбаная, блядь. Чего? Сидел бы спокойно дома, стримил, блядь. Ну, типа, в плане того договоренности, как это? Чё, максимально хуёвый, блядь. Только как в анекдоте в ком-то, нахуй. Ни он нихуя английский не понимает, ни я, блядь. Бай-бай. Просто уезжаю, блядь. Я только вслед его смотрю. Еще попытка. Hello. Excuse me, we recording video on YouTube. Yeah. It's challenge. I need to come to Dubai without money and without everything, only for my speak skill. Can you please help us? We need to go to Dubai. Not for river around Burj Khalifa. You know this river? Yeah, we are going there. You are going there? Yeah. Can you help us, please? Can we sit down, sit back? Thank you so much. Can we? Yes. Oh, thank you. Thank you so much. Надеюсь, нас сейчас не увезут, они отъебут. Thanks. Thank you so much, guys. Russian music? Yes. Это охуенно. Это вайп нахуй. Where are you from? Russia. Yes. I'm serious. Ты чё, дура, плачешь? Дай угадай, что с тобой случилось? Пропустила сериал, прозудилась. Бля, они ещё и хуярят, брат. Мы просто идеальных людей нашли. Мы просто идеальных пацанов нашли. С арабскими кентами. Познакомились. Where are you from? We're from Russia. Yeah. We're recording video in YouTube. And what's the channel called? It's Exile Show. Exile Show? Yeah. What's your name? Milad and Amad. What's your name? Slava. My name is Alex. We need to stop there. Thanks. Yeah, but we can go through this river. Okay, you cannot. We can't use money, guys, but I can give you a protein bar if you know. Hold this camera. I forgot to the camera. Бля, ебать она бьется, наверное. Thank you so much, guys. How you came here with you? They close my eyes, close my ears, and come me to sand. You know, after open my eyes and I. It's your challenge. Yeah. Yeah. And who first come to Burj Khalifa, he will win. Скорость прибавили, сказал. Да. Неизбежное желание подарить эту камеру. It's a souvenir for you guys. It's. Thank you very much. We can buy gas with it. Oh really? Taking rabbits, right? Как думаешь, где сейчас Миша? Не знаю. Ебать интересно. Он просто это очень лайк. Да, это пиздец. Он очень прокачан в этой теме, знаешь, что типа договориться до чего. Но я тоже так думаю, брат. Я бы с русскими гораздо проще договорился. Ты понимаешь, что типа просто я на английском не могу говорить так же, как на русском. То есть я не могу чувствовать, понял? Ощущать вайб. Да. Понял, типа, мне очень тяжело. А на русском я могу, знаешь, типа, уламывать человека, я чувствую границы, как можно общаться. Че думаешь, бустер где сейчас? Думаю, бустер прикуривает в кустах сейчас. Я почему-то уверен, что мы выиграем. Реально, не, просто. Мы очень быстро. Мы очень быстро. Так как ты газанул, я, блядь, в ахуе был. Нормально, мы просто на перегонки с самолетом ебашим. Ну, уровень наш. Видишь? You're welcome. You're welcome. Такие добряки вообще. Let's go, bro! Hello, hello, hello!
Let's go, damn it! I'm not blogger, I'm streamer, you know? Скажи ему, типа, что ты самый популярный стример в России. Да? Поебался? Да. I'm... Ну, не, ну как-то... Реально? I'm first Russian streamer for followers, you know, on Twitch. Понял? Вторичный сон. Нет. I'm first Russian streamer on Twitch, you know? Russian followers, yeah. What are you doing on Twitch? I'm streaming, just chatting, sometimes Counter-Strike, sometimes Fortnite, different games. Yeah. I was professional player in Fortnite. Yeah? Yeah. Oh, Fortnite? It's a hard game. Very hard. Давай, поебался, заслужили уважение. Бля, в такие моменты опять начинаю задумываться о том, как охуенно жить, отвечаю. Такие эмоции ловлю, это вообще от процесса съемок, от соревнований вот этих. Они меня точно не найдут. Ну, дамы и господа, нахожусь на той площади, где они меня должны искать. Сейчас здесь не особо много народ. И я даже, если честно, как-то выделяюсь, потому что большинство людей в стандартной одежде. Людей очень мало относительно того, что бывает здесь. Это, конечно, минус. Но все-таки надеюсь, что они не ожидают, какой у меня наряд. You really guys very kind, you know? Ебать, Илюха думал, что это до вечера будет. Он мне сказал, типа, ну, что в 10 освободишься. Ну, еще просто я еще возьму скутеры на эти дирхамы. Может дотянуться практически до нее рукой. Допустим. Ну, уже вот, блядь, уже можно в розу сунуть. Хуй твой мне. Что думаешь, где себя вижу? Объективно. Не знаю, вообще мне пиздец интересно. Потому что что? Как-то я реально удивлен, ну так вышло, да, понял? Я, честно, все челленджи, где участвую, везде въебал. Кроме Гордея. Но я понял, что очень много добрых людей есть. Пиздец, очень, очень круто. Главное, чтобы не пересекли. Это важно очень. Не пересекли на тачке реку? Да, не пересечь. У нас произошел некий инцидент. Слава богу, что я это заметил. Миша пересек реку на машине. И, соответственно, по правилам он должен пересечь реку пешком. Я ему сказал вернуться, что он, собственно, и сделал. Как понять, не пересечь реку? Как я должен был понять, где река эта ебаная? Пиздец, если у меня нету, блядь, этого радара, блядь. Как я должен... It's all, bro. Stay here, please. Okay. Yeah? One second, bro. Guys, I'm very thankful, really. No, that's all what I have, really. Mm-hmm. That's all what I have. This is Russian ruble. This, how many dirhams? This is 35 dirhams. And this, bro. Huh? And this, take it. Он не очень рад этому. Thank you very much, bro. Goodbye, guys. Goodbye. Я понял, что нам, блядь, дальше-то делать-то, ебаный в рот. Как нахуй эту реку пересечь, если я не разбираюсь, где река? Просто смотри, в правилах нельзя было пересекать реку. А я что, картой обладал? Значит, это ты должен был подсказать, что... Ты знаешь, в каком направлении двигаться-то? Мне вообще похуй. Просто я чувствую. Просто, знаешь, тут со змеями уже, знаешь, я начну разговаривать на змеином языке. Потом придет R2-D2, помнишь, как они в одной части идут с войны? Я такой... Guys, maybe you want to advert something of your socials in this video. Oh, yeah, of course. This is my Insta, A_R_Cheragi. Include the focus camera. Okay. Yes. Mine is _Milad_C. Thank you, guys. Let's go. We have a little time. Yeah. We need to go. Yeah, take a bus. Take a bus? Yeah, take the bus, yes. Yeah. Oh, it's we can use bus. Yes, we can. Yeah. You can or not? Yes. We can? Okay. Let's go. Have a nice one. Good luck. Thank you, guys. So see much, you. Really. You're welcome. Brother, really. I like you so much. Catch the bus, yes? Yes, like this. Oh. You have to do it. Like a taxi. Excuse me, guys. Do you know where is the river? River. River? River, what state around Burj Khalifa? Oh, yeah, yeah. It's not always... Dubai Mall. Oh, like the creek. The creek. Like the river, you know. But no. Are you talking about the fountain? Can you show me a map? Let's see. So you want the creek, Dubai Creek? We have a Google map. I need to check on the map. Yeah, hold on. I'm sure.
Like that? Oh, yes. You're right. Yeah. That's the Burj Khalifa. Yeah. Do you have location? Our location. Oh, okay. Yeah. So you gotta go. Can you turn? Okay. This river. Окей, да. Пойдем, Витька, нахуй. На красный похуй. Поебать, Витька, нахуй, твой рот ебал. Брат, это пиздец, я не понимаю, где, блядь, эта река. Я не понимаю этого, блядь. Бро! Стоп, стоп, плиз, hello. Do you know where is river creek? Yeah. How many meters I need to go? Really? Can I get with you, please? Please, bro, very please. Please. Вижу реку, блядь, наконец. Пускай локацию скидывает, братан, чтобы по правилам было, смотри. Вот же граница, да, где мы пересекаем реку. Я просто сейчас сюда перелезу. Держи быстрей, чтобы по правилам было. Все, я не пересек нихуя реку. Мы от Дубай Мола хуярили пешком, сейчас добежал я. Все, нахуй, Витька, побей. Пить надо сейчас поднажать, блядь, умрем, ну похуй. Запоминай, нахуй, мои слова. Главное не участие, главное победа, нахуй. Я сказал, блядь. Давай, Витуня, надо темпе, блядь. Сука, с ебучим багажником этим, блядь. Я его выкину, нахуй. Витька, давай, родной. Надо выиграть. Надо выиграть. What's up, guys? How are you? Good. Блять, яблоко съел, бог заколол, скотина ебучая. Фу, блядь. Hi, guys. How are you? I'm fine. Thank you. Send you. Nice to meet you too. What's up, man? Hi, bro. Hi, brother. Good. Я не вывез этого темпа. Миша подготовленный игрок. Я верю в его победу. Ибо мы все почти идеально делали, кроме того момента, что пересекли реку. Сами того не заметив, просто завайбились с арабами. Очень дружелюбные ребята оказались. Респект им еще раз. You feel good, yeah. Никаких чувств, yeah. Минус, минус, ну минус, плюс, я. Yeah. Блять, я Славе говорил, давай, брат, снимем, блять, видос, кто дальше отдалится. Хуй, вот зато здесь сняли. Не посмотрел даже. Yeah, do it like that, yeah. О, оба. Наши, ебать, там народ. It's full, yes. They need help. They need help. Это... They need to go to Burj Khalifa. There's a bike. We need to check how much. Нужно приложение. It's Karim bike. Yes, I can buy it. Он говорит, что он может заплатить за байк. Реально? Да. Should I buy it for you? You can? Как будто с батей погулять вышел. Он за меня решает, все понял, оплачивает. Блин, здесь ровные мужики вообще. Да. И нам оплачивает байки на день, и ночи с них спиздим. Да. Его посадят. Ну не, ну мы не такие крысы. Ну да. Да, ну прикольно вообще, пиздец, если сейчас получится байк снять. Что за разъёб вообще? Ну тогда надо понять, ехать. Да это похуй, разберемся. Газ в пол ебать, брат. Бля, так нам придется по общей дороге ехать с машиной. Да? Да. А мы внизу, это другое. Да. Okay. Они на самом деле очень близко друг к другу. Интересно, кто реально приедет первым. У Миши было безумное преимущество. Слава еще был за рекой, но, видимо, они пересели на какой-то велосипед, я не знаю. И сейчас они на одинаковом расстоянии от меня, плюс-минус. Как думаете, кто выиграет? Сейчас все будет зависеть исключительно от удачи, кто первый заметит меня, узнает меня в таком обличье. Короче, ребята, едем на байке с бустером. Он оторвался, пока я тут украшением занимался. Сейчас будем максимально быстро стараться. Надеюсь, Миша еще не достиг этой точки. Я один, выпускаю дым, но я один. На красный похую. Не повторяйте, выполнено профессионалами. Вики нету на горизонте, я буду просто на ощупь сейчас искать. Такая, короче, тема. Я только сейчас это понял. So difficult, блядь. So difficult. Да, очень интересно, что там Славик. Как я прикурю, блядь, если он первый прибежит. Потому что, в принципе, у нас более чем удачно все сложилось. Прощение, блядь. Ёбаный урод. Бурж Халифа. Бустер. Бурж Халифа. Бустер. Бурж Халифа. Где Миша, как думаешь? Не знаю, вообще нет. Ну, хотя бы чувствуешь рядом его где-то? Да. Да, реально? Возможно, есть. Бля, чуть столб не въехал. Тут. Бля, зеленый проезжаю. Сука, успеем или нет? Блядь! Я извиняюсь перед всеми Дубаями, нахуй, что я еду на красный, пожалуйста. Ебать, как его сейчас искать? Тут народу, это пиздец, блядь. Посмотрите тут народу. Как его найти, блядь? Витя, блядь, надо было со мной бегать по утрам. Бля, если он на том берегу, я вообще тогда охуею. Как его тут найти? Это просто жесть. Excuse me, нахуй. Я все время музыку должен делать? Или все-таки вставили, интересно, какую-нибудь? Ба-ба-ба-ба-ба-бам. Миша, ты здесь часто был? Вот в этом проблема.
Миша очень хорошо знает Дубай Молл. Короче, происходит супер долбоебская ситуация. Мы прямо у Бурдж-Халифы, нам уже скинули фотки, Илюха. И мы не можем, блядь, найти, куда нам прийти. Мы просто кружим здесь. И люди нам все говорят разную информацию. Один говорит this side, другой говорит this side, третий говорит this side. И мы еще и с великами, которые нам нужно при этом куда-то сдать или типа того. Но мы... Я не ебу, я здесь первый раз нахуй. Я был только в магазине внутри, и то на машине приезжал. Короче, мы оставляем велики здесь вынужденно. Потому что нам нужно быстрее пробежать к фонтану. Дубай Фонтейн, where is? Окей, давай, быстрей. Сейчас нельзя тормозить, время идет на секунды. Давай, давай, Слава, давай. Давай, 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 давай. Я вижу Мишу, и его оператора, я прям отчетливо вижу. Он очень близко. Пиздец, куда перемещаться, блядь? Я уже тут 1000 лет назад, нахуй. Куда хуй я еще у кого на канале буду сниматься? Ебать, энергия улетает. Тяжело, блядь, я не понимаю, где. Значит, убегу нахуй куда-нибудь просто, Е5, ну как найти? Если перемещаться, то это Unreal, блядь. Нихуя не понимаю, нахуй. Бесит, блядь. Нечестно, блядь, я уже тут 1000 лет назад, блядь. Не могу, нахуй, просто не могу, нахуй. У меня уже, блядь, шарики за ролики, нахуй. Может, там наказание с пауками и с этими спиранями? Туру-ту-туру-ту-ту. Пиздец здесь народу. Я думаю, знаешь что? Они не знают информации, но Илюха вполне мог арабскую одежду какую-нибудь взять. Он говорит, я вас видел. Видел нас, блядь? 5 раз видел. Может, ты бегал где-то туда-обратно много раз? Да, оттуда бежал, блядь. Конечно, он видел, блядь, если... Конечно, он где-то сидит. Залупа коня Бадула, я отвечаю, нахуй. Я не понимаю, где искать. Ну, ёпты, блядь. Ну, я каждого человека чекал, но я не вижу, блядь. Бог, не колится, сука! Бесит. То есть он в шейх оделся. Да это пиздец, нахуй. Да где это хуй? То же самое... Сложная часть челленджа. Не. Он прямо сейчас за мной. Он вряд ли внутри. Мне кажется, он не может быть внутри. Слушай, я думаю, там, где больше всего народ. Скорее всего, 100%. Скажи, я первый просто. Сука, ты просто повернулся, и я увидел это. Бля. Хитрое лицо, блядь. Слава прям пиздец рядом, просто. А мы-то бежали, я вкинул. Он по-любому замаскировал. У меня уже просто, чтоб ты понимал, из меня уже просто кровь изо рта текла, как я злился нахуй. Когда вот тут бегаю, не могу найти. Он услышал. Вон, видишь, я вот вас подснял. Страшно, вон ты стоишь. А, да. Я не понял вообще, почему Слава уехал куда-то вот тут на ту площадь. Я же в видосе же сказал, то, что я буду вот возле фонтана. Вы же слышали? Я когда повернулся, я почувствовал себя овечкой, на которую лев охотится, блядь. Мне страшно стало. Чтоб ты понимал, братан, я, блядь, тебе отвечаю, я минут 40 назад приехал сюда уже. Я побежал сам, блядь, мы вдвоем побежали до ебаной реки. Давай. Помнишь, Слава тебя разыграл, когда вы отдалялись от Москвы, он сделал вид, что типа ты выиграл. Может, вы сейчас ебетесь и дадим, чтоб Слава победил? Все верно. Можете сидеть вот там за столик, можешь сядеть. Мы сейчас внутрь туда зайдем. Мы хотели разыграть тем самым Слава, но каким-то чудом он зашел именно в тот ресторан, где сидел Миша с Витей, оператором. И далее, ну, вы уже все видели. Я не знаю, как так произошло, это было очень забавно. Ну как, Мишанечка? Серёнок, спасибо. Снимает. Минус видит? Ну типа, не. Меня не увидит. Нашли, нет, блин? Я говорил. Я так и знал, что ты будешь арабом. 100%. Привали. Блять, я не знаю почему. Но вы, короче, на момент прям были очень близко и уехали вот туда, за Бурдж-Халифу. Вот я не знаю, ебать вы потные. Обидная хуйня. Расстроился, пиздец. А мы думали, мы пиздец быстро, мы быстро очень шли. Кого? Как о байке ждали, мы потеряли время. Конечно, кинуть. По-любому. Короче, мы идем вознаградить ребят. Guys, I don't know how we lose. I don't know.
because you had the worst challenge. Yeah. And you were lucky in any case. You help me, I want to help you. For dinner, your dinner. No, no. I met you. No money. Okay, next time we meet somewhere, no money. I take no money, okay? You owe me maybe one time, let's but... Go, let's go dinner with us. No, no. Seriously, no. No, you don't want a dinner? No. It was a joke. I helped you and I helped you from... We helped from heart. That's the point. We helped from heart. So it's not necessary money. Money is nothing. Friendship is much better than money. You know, that's the point. Все, понял, мы выиграли, к нам уже не так. Поебать, все, на нас уже понял, они хуй забили, они злые просто. Лидеров никогда никто не любил вообще по жизни, сильных ребят. Просто они, блядь, просто прибегают, а мы нахуй просто чай ебать холодный с баблгамом пьем. Бля, офигенно, обожаю такие ядреные, ебучие. Такая кисляка ебучая, как будто моя селезенка вытекла нахуй. Как будто, блядь, кишечник носорога высосал. Мы реально пятак пробежали, братан. Сейчас охуеешь, я тебе говорю, пятак, я разбираюсь. Минимум 4 километра мы пробежали. Минимум нахуй. Это минималка нахуй. 9 километров? Да. 9 километров это много? Пытаюсь понять, могли или нет. Если мы нахуй девятку навернули, нахуй, то это вообще пизда. Можно тогда, слышишь, газануть сегодня на ужине. На победную полтишечку нахуй. Слава очень расстроился, он прям, я же его подснял, когда он заходил, а мы, прикинь, просто чаек попиваем. Выхожу на эту площадь, ну вот, в этом одеянии, и вообще никого в этом одеянии, просто я один. Самый день, когда нельзя в нем ходить. Да, и все в обычной одежде, ну то есть, ну... А что, разве наказание не с кайфом будет? Ну такое, ну, плюс-минус. Бодрящий. Бодрящий. Слава! Как я тебя разъебал? Жестко. Как настроение? Родной, роднулькин. А кто у нас будет наказание выполнять? А, славян? Знаешь наказание? Пизда нахуй. Вообще на... Не, ну мы же, бля, делаем контент, ну, бля, ну тоже, чтобы не граничило ни в коем случае жизнью. Например, бля, я вот давно хотел без парашюта спрыгнуть, и чтобы меня на стропах в полете прицепили. Понял, какая хуйня? Я уже нашел типа, который может это сделать. Я на парашюте вообще не готов прыгать. Наказание. В Дубай-Моле есть аквариум. Там можно поплавать вот так вот с акулами. Охуенно. Есть такое наказание. А пока мы пойдем похаваем, да, наверное? Да. Вот, а завтра будем выполнять наказание. Через несколько дней мы приехали со Славой выполнять наказание. Это стоило на одного человека 500 дирхам, то есть это где-то 11 тысяч рублей. Нас должны опустить в скафандрах на глубину 5 метров в клетке во время кормежки как раз-таки акул, чтобы как можно больше их было. Вот, соответственно, пришли в аквариум. В этой клеточке мы будем плавать. Что такое расстроенный? Дабы тебя немножко обрадовать, я буду погружаться вместе с тобой. Подожди, еще не знаю, буду я погружаться или нет. Там нет рыбы, еда. Там пингвины. Но не все так просто, казалось бы. Есть очень много противопоказаний к погружению. И именно из-за давления. Из-за того, что Слава у нас имеет невероятный букет проблем со здоровьем. У него грыжи, сердечные проблемы, мигрени. Славе категорически противопоказано погружаться. Но нам ничего не оставалось делать. И вместо него наказание будет выполнять его девушка Катя. Я думаю, вы не сильно насчет этого расстроились. Ну, как минимум, Славе сделали очень забавную прическу на днях. Можем это счесть за наказание. Сложилась ситуация, то что Славы очень много противопоказаний со здоровьем. Здорово, Слава. Но ничего страшного, за него наказание выполнит девушка. Настоящий мужчина прикрылся девушкой. Слава просто диарея сегодня. Честно, у меня реально понос сейчас. Но... А, у тебя еще и понос? Да. Но из-за этого я бы пошел. То есть, типа, я не из-за поноса, но у меня реально букет пиздос. Есть вероятность, что у меня грыжа больше, чем лет половина подписчиков. Ничего страшного, я сейчас все за него сделаю. Илюха, вам пиздец! Блядь, как хорошо, что я больной. Илюх! Ушел на дно карать, блядь. Ебать, это стрёмно. Ебать, да нахуй. Вот они, блядь. Комары, нахуй. Ух, ебаный карась, блядь. Пошел ты нахуй.
акулы скопились у них в клетке. Походу, у кого-то из девчонок месячные начались. Вау, акулы, да. Пиздец. Это маленькая, я бы такую сам заборол. Просто за хвост бы взял бы нахуй. Бля, эту рыбу, смотрите, она умерла, что ли? О, умерла? Смотрите, как она плывет. Ёбаная тварь, бля. Бля, что это за ковер плывет? Ой, еще акула. Хотел спросить, как эксперта, уровень оценить какой вот, ну, по твоей градации. Знаешь, братик, что я могу сказать? Уровень задает не идея, а уровень задают люди, которые участвуют в ролике. Поэтому сейчас межпланетарный, брат. Огромное спасибо вам за просмотр, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Я безумно старался продумать все до мелочей. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на ребят, ссылки на них будут в описании. Хорошего вам дня и всего самого наилучшего. Хочу пингвина. Блять, давай я разобью, я сяду за эту хуйню. Я сейчас так разъебу просто. Весь аквариум разольется, и я просто обниму пингвина. Пингвины.